Наверное, главное, зачем покупатели приходят на ярмарку, не столько товар, сколько отношения. Здешние продавцы знают, что и как продавать, чтобы клиенту было максимально комфортно. Вам покрупнее или помельче? Могу среднюю, вот такую. Ярмарку «Искра» отличает главная особенность – наличие фермерских товаров. И стоят они здесь куда меньше, чем в специализированных магазинах. Продукция у нас белорусско-фермерская продукция. Фермер поставляет нам колбаски, деликатесы очень хорошо берут. Сало у нас хорошо идет, любят здесь. Масло сливочное очень хорошо берут. На прилавках с овощами и фруктами товар с разных уголков России. Опытные продавцы в курсе, где можно приобрести в лучшем соотношении цена-качество. Сейчас в нашей Тамбовской идет ягоды. Смородина, вишня, малина. Картошка скоро будет. Сейчас пока морковка, свекла новая, молодая. А остальные черешни здесь, абрикосы, нектарины, ну они вот в Узбекистан больше идут. Черешня тоже узбекская, персики, нектарины тоже узбекские. Касается это правила и сладостей. Ольга Жмаева уже несколько лет торгует кондитерскими изделиями из Ростовской области, хотя есть на прилавках и другие производители. В нем представлена продукция азовской кондитерской фабрики: халва, мармелад, рахат-лукум, наша знаменитая азовская коровка в ассортименте. Рахат-лукумчик, зефирчик, печенье, прянички. Выпечка у нас Пенза-Воронеж, а вся остальная продукция Азовской кондитерской фабрики. Покупатели любят эту продукцию. Я работаю с ними уже 8 лет, с этими производителями. И на ярмарке здесь видно уже 2 года. И покупатели свои постоянные. Поэтому, если бы не нравилось, я думаю, что не приходили бы. Отдельно стоит отметить, что все продукты, которые можно увидеть на прилавках, проходят санитарно-эпидемиологический контроль. Впрочем, и сами продавцы следят за качеством товара. У многих здесь есть постоянные покупатели. Как известно, дети не очень любят покупки, если, конечно, речь не идет о детском мире. В этом плане ярмарка в Видном устроена довольно удачно. Детвора может поплескаться в фонтане или поиграть на площадке, пока взрослые занимаются шопингом. Традиционно на ярмарке представлены и другие товары. Солнечная погода диктует свой дресс-код, а на ярмарке, в отличие от магазина, к покупателю особое отношение и санкции нипочем. Индивидуально подбираем на каждого заказчика. У нас свои клиенты, покупатели. Индонезия, Турция. Была Индонезия, сейчас немножко с Индонезией прекратились. Есть, конечно, есть аналоги и, кстати, неплохие даже. В основном Турция и фабричный Китай. И естественно, что в летнее время главный товар для купания. Для мужчин есть хорошие плавки, для отдыха, для всей семьи, детские, для мамочек, для беременных есть. Все найдем. Лишь бы было настроение на отдыхе. С таким подходом к клиентам, какой демонстрируют местные продавцы, настроение наверняка будет и для отдыха, и для работы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.